«От Москвы до Новой Зеландии». За 25 лет эта песня звучала почти на всех сценах мира. И вот ее подпевают казанские зрители. Шоу «Полунина» в Татарстане. Минимум слов и декораций, максимум музыки и эмоций. Всего полтора часа, чтобы вернуться в детство. Безграничное счастье, всепоглощающее одиночество. И все это одновременно. Такие они, неподдельные эмоции философских миниатюр «Полунина». Я делаю спектакли, которые публика как бы дотворит. То есть я только половину творчества выкладываю, а половину оставляю свободным для публики. Она приходит и вместе со мной заканчивает произведение, и от этого оно всегда сегодняшнее. И поэтому вот ощущение, что у каждого времени новый взгляд на те же самые вещи. Их свела Казань. Тогда, 25 лет назад, именно Клонский фестиваль на столичной сцене стал судьбоносным для артистов шоу. Они познакомились со знаменитым Славой Полуниным. Та клоунская профессия, которую мы думали, ну, нам было интересно, мы ей увлеклись и думали, это будет все временно, чуть-чуть. И это чуть-чуть продолжается уже 25 лет. И вот это началось 25 лет здесь, в Казани, для нас, для многих. Для детей старшего возраста и их родителей такие рекомендации артистов шоу. И это неспроста, ведь шоу на мгновение переносит взрослых в мир иллюзий. Как ваши ощущения? Ну, это волшебно, одним словом. Это сказка для взрослых. И вообще для Казани такое событие неожиданное. Это очень нетривиально, это сказочно. Мечтал попасть на это шоу и наконец-то попал. Восторг. И плакать, и смеяться очень нравится. Чувствую себя ребенком, наверное, каким-то шестилетним, который в сказку попал. Снежная буря, шары в зал, неподдельные эмоции. Малыши с азартом ловят снежинки, а взрослые на мгновение возвращаются в детство. Это и есть зимняя сказка. Стоит лишь поверить в чудо. Алина Бережная, Марат Ильгараев, ТНВ, Казань.